не без разницы. Возможно, у него ползуны Галака, и тогда надо было отдать патча за Немурлока. Да. Подскажи-ка, профессиональный стример, как побороть боязнь публики? Я вот, например, никогда... У меня всю жизнь была боязнь публики, и как бы стримерство — это, на самом деле, самая софткорная в этом плане тема, потому что публика от тебя находится очень далеко. То есть, как бы, боязнь публики все равно есть, но как бы ты просто фигачишь, фигачишь, фигачишь. Знаешь, как люди контрят фобии и всякие различные зацикливания и т.д. и т.п.? Никак, братан. Вот это я познал от твоей на собственной шкуре. Фобия — это неконтримое говно. Тебе просто придется сквозь нее все делать. Сквозь нее. Рано или поздно ты просто заметишь, что ты научился так хорошо сквозь нее работать, что уже ее не замечаешь. Законтрить ее, побороть, перестать бояться — никак, ты будешь ссать. А если ты хорошенько покопаешься в себе, то ты еще сможешь возбудить обратно этот первобытный страх, который внутри тебя зиждется. Вот что такое фобия. А всякие психологические штуки, они все так и построены. Слушайте, ну даже не знаю, давайте вот так вот, ладно, как будет. Отдадим просто двух малышей карандашей и их полно. Так. Так, пробую их. Просто хочу попробовать постримить, язык вроде подвешен, как только на публику говорит начинает, так сразу все на корню обрубает. Ну хорошо, Ловинокс, хорошо, давай разбираться. А что ты именно боишься? Ну, как бы, ежу понятно, что твоя фобия, она идет из умозаключения, подсознательного. Какого? А оценочная зависимость? Ты боишься, что тебя что об тебя вытрут ноги и воспримут тебя как говно? Да? Этого боишься? Спойлер. Об тебя вытрут ноги и воспримут как говно. Каким бы ты ни был чемпионом, ты будешь общаться каждый день с людьми, которые тебя ненавидят. Некоторые из них мечтают сесть с голой жопой над тобой и хорошенечко тебя обосрать. Они будут тебя не завидеть ни за что. Ты будешь этого не заслуживать. Ты будешь идти им навстречу, ты будешь протягивать руку, а они будут срать в нее. Суровая правда жизни. И это я говорю сейчас не просто про Россию, это природа человека такая. Какая разница, какие интенции? Кого-то дома обругали, кого-то в школе, кто-то просто тебе завидует. Тебя будут ненавидеть. Ну и насрать. Какая разница? Ты это делаешь ради себя. Да это жиза! Жиза. Более того, у каждого стримера... У каждого стримера период, когда ему больше всего нужна поддержка, это когда он начинает. И при этом, при всем, это самый тот период, когда каждый стример сталкивается со стрессом, самым высоким в своей жизни. Самым высоким. Кого-то не смотрят, кого-то смотрят мало и при этом обсирают. Кто-то, какой-нибудь среднестатистический юзер заходит. О, очередное говнище, на вас как говна наплодилось. Всякой срани тебе в чат нальет и уйдет. Мотивации делать не найдешь. Если ты ищешь в этих людях мотивацию делать то, что ты хочешь, ты ее не найдешь, дружок. Ее там нету, там только демотивация. Ты посос, законтри этот стресс. Ну, у меня нету, понимаешь, такой штуки. Меня этим не задамажить просто.